Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Bombastic Brothers. Мы продолжаем играть, третья серия. В общем, осталось у нас 45 секунд до конца акции. Давайте-ка все-таки возьмем вот эту акцию, скидка 50%. Быстрый путь к следующему боссу. Вот это очень интересно. Скидка 50% за 150 рублей. Покупаем. Платеж выполнен. Жилет звездного десанта. Доступно там что-то еще. Давайте смотреть. О, Инферно, штурмовик. Офигеть, 214 атака. Ребят, все для вас, от вас я всего лишь требую лайки и комментарии. Это очень круто, мне помогает. Забираем, забираем, ребятки. И также костюмчик, мы сейчас это все примерим, да. Продолжаем дальше играть. Играем дальше, у нас второй акт. Сейчас нам будет проще, наверное, проходить. И давайте-ка, наверное, примерим, да. Идем в инвентарь. Автовыбор. Найс, то есть все самое сильное. Нифига себе, он мощный теперь. Офигенно круто. Ну что ж, начинаем. За Джеффа сегодня, наверное, поиграем, да? Let's go. Слушай, ну сейчас я должен прям сейчас, думаю, справиться. Игра очень сильно понравилась. Я уже третью серию подряд записываю. Кейт, судя по координатам, доктор Зейн буквально перед нами. Гляди в оба, враг приближается. И, похоже, тащит подарочки, точнее, смертоносное оружие. О, боже мой. Бабам, на тебе. Получай. Отлично. Но это будет сложно. Надо будет... А, препятствия надо перепрыгивать. Я препятствия не перепрыгивал, поэтому много урона получил. Я думаю, ребятки, мы с вами пройдем игру. Но мне нужна хорошая активность. То есть зови всех своих лучших друзей на канал. Говорю, что я снимаю игру Бомбастик. Им по-любому понравится игра. Ну, она не может не нравиться. Но смотрите, какая она классная, да? Смотрите, какая графика, какой графон. Все прям очень-очень красиво смотрится. Так. Препятствия. Надо перепрыгивать. Иначе будет очень больно. Пиу-пиу-пиу-пиу. Получай. Отлично. Ребята, ой-ой-ой. Двойное, смотрите, какое-то. Двойное препятствие. Отлично. Будет босс какой-нибудь, нет? О! Нифига себе, машина какая! Офигеть, получай! А, вот куда надо стрелять, понятно. Какие-то бомбочки! Нифига себе, ребята! Ой, надо перепрыгивать! Я думаю, они очень больно ударят, если мы попадемся под них. Получай! Бау-бау-бау-бау! Лазер, лазер, лазер! Ой, больно как! Ой, больно, ребята! У меня уже меньше половины хп осталось. Давай быстрее! Я-то не хочу попасться. Офигенно, ребят, я влюблен в эту игру, просто без ума. Похоже, дорога подошла к концу в буквальном смысле. Там, куда мы идем, нам не нужны дороги. Что, никто не проникнется моей тонкой отсылочкой? Вы что, не смотрели «Назад в будущее»? А, «Назад в будущее». Понятно. Мне нравится, что игра еще и с юмором. Это прям очень классно. Победа. Сохранить 50% здоровья, к сожалению, не сделали, но мы, в принципе, можем потом обозревать и боссов всяких, можем заново это все проходить. В принципе, тут можно много чем заняться и много делать серии по этой игре. Шестой уровень, ну неужели? Неужели у нас шестой уровень? Продолжаем играть. Я, по-моему, могу что-то на себя надеть, да? Давайте автовыбор. Автовыбор, подожди. Шестой уровень. А, это я девушке могу надеть. А тут мы все... Тут мы все продали, да? Хорошо. Автовыбор, вам выбирать самую... Все самое лучшее, понятно. Когда я смогу прокачать его до 6 уровня? А, я не могу пока до 6 прокачивать, потому что, смотрите, где мой корабль? Тут у нас, как бы сказать, совершенствуется все. В принципе, можем ускорить, да? Давайте ускорим вот этот пункт, да? За рекламу минус 30 минут. То есть нам надо 3... Или за 20... Ну, давайте рекламу. Так, посмотрела 3 рекламки, и тут немножечко осталось. Можем бесплатно это все улучшить, да? Под конец. За 6 уровень можем еще что-то новое купить. Что такое, стройка какая-то? Давайте за 1000 голды. 4 часа будет строиться, боже мой. Но мы... А, ну тут я не могу даже тут ничего совершенствовать. Ну понятно, слушай, тут теперь тренировочный у меня 2 уровня. То есть теперь я могу улучшать своих бойцов дальше, да, прокачивать до 10 уровня. И почему я не могу его улучшить? Что тут не так? Что-то пошло не так. Что именно пошло не так, я не знаю. Смотрите. Тренировка героев. Вот, тренировка героев. Идем сюда, теперь можем прокачивать.
Допустим, можно увидеть тут атаку и здоровье, да? Мы прокачиваем, хоба. Плюс 117, отлично. Давайте еще разок. Отличненько. Плюс 122, 470 уже урона. 477, жизни 2950. 2950, 2983. Давайте еще разок. Так, мы до 10-го, да, до 10-го можно прокачать. Прокачали мы его до 10-го уровня. Отлично, найс. Заменить? А на что заменить? А смысл мне заменять? Автовыбор какой-то. А что нам дали? А что мы надели-то? А рюкзак! Еще какой-то рюкзак. У тебя нет подходящих предметов в этот слот. Или что такое? Да, какой-то рюкзак. Не знаю, зачем он нужен. Так, ну давайте, давайте посмотрим. Что у нас здесь такое? Оружейное. Можем открыть. А, вот, какой-то рюкзак нам дали. Отличненько, отличненько. Идем в бой сразу, да, наверное? Начинаем. И как раз оденем рюкзак. Вот это. Что он нам дает? 570 здоровья дает. Рюкзак сержанта. Нифига себе. Здоровье нам не помешает. У меня уже 3600 здоровья. Рюкзак нужен прям. Прям найс, ребят. Сейчас очень хорошо. Продолжаем играть. Я думаю, мы спасем нашего нового персонажа, да, этого доктора, который нам нужен. Без него мы не сможем пройти дальше. Во второй главе у нас появится третий персонаж. Ну давайте, я появился. Доктор Зейн прямо по курсу. Кстати, по-моему, доктор Зейн был в этом, как его, в Данлайт, если я не ошибаюсь. Да, доктор Зейн, по-моему, был в Данлайте. Точно же, да? По-моему, да. Так, вон там, наверху. Не переживай, агент, на высоте... На... Ой. Не переживай, агент, не высота убивает, а падение. Понятно. Говоря технически, сэр, убивает поверхность. Пиу, пиу, пиу. Ну, прям мега круто прокачанный. Теперь нас ничего не остановит. Просто прорываемся, идем вперед. Эти ассасины против нас оказались. Я думал, они за нас. Лови гранату. Отлично. Ракетица только прямо, да, ударяет? На, нам надо наверх. А, почему высота? Потому что нам надо наверх прыгать. Окей, понятно. Они просто из ниоткуда появляются. О, нифига себе. Здоровый какой-то базучик. Вы его видели? Нифига себе. Надо его добить. Отлично, найс. Идем дальше. Больно кусаются. Будет ли тут босс? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, они легкие. Ну, плюс у меня хорошее оружие. Найс. Теперь вниз, да? Отлично. Проваливайте нафиг. Перезарядка, перезарядка, боже мой. Ба-бам, взорвали. Пока нормально. Так, это был мощный удар. Мы, датчики, улавливают признаки большого количества существ поблизости от доктора Зейна. Жуки или клинки? Просто куча красных точек, генерал. Красные точки — это всегда плохо. Шевелись, агент, давай, 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 гоу, гоу, гоу. А, все, победа, да? Я думал, сейчас еще что-то будет. Ну, интересно, интересно так. Потом пооткрываем это все дело. Что такое? Что-то дали, нет? Предпоследний уровень, ну, let's go, ребят. Так, 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 так. Можем, в принципе, взять вот девушку, а чё бы нет. Так, показать инвентарь. Можем улучшить ее. Давайте прокачаем, прокачаем, уже на максимум докачаем. А чё ему? Автовыбор, давайте автовыбор, нам самое лучшее, да, по идее, должны дать. Давайте за девушку поиграем, а чё бы нет. Разнообразим контент. Так, 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 все, я начинаю, да? Окей. Еще у меня есть авиаудар. Ух ты. Она медленно стреляет. Ну, не пушечка такая, хорошенькая прям. Вау, мега удар. Отлично. Еще есть ракетница у меня есть еще. Или какой-то лазер. Я не могу залезть. Подожди, а почему? А, я могу два раза... Два раза, оказывается, можно прыгать, я не знал. Что такое было?
плазму пушку. Найс. Отлично. У него мощные такие удары. Но все-таки дробовик, наверное, получше будет, да? Тут опасно, очень опасно. Тут нельзя, видимо, падать вниз, да? Я так полагаю. Эй! Что такое? Я как бы воскрес, но у меня жизнь, да, отняли? Потому что я упал. Понятно. Понятненько. Главное постоянно уклоняться, да, уворачиваться. Опять вы! Доктор Зейн, прошу, выслушайте нас. Мы хотим по... Вы работаете на Neon Blade или вы пришельцы в костюмах людей? В укрытии нейтроны! Отаке! Чего? Так, но помни, мы все еще в нем нуждаемся. Нам важно, чтобы он не потерял его. Подожди. Я с ним драться буду! О, нифига себе, прикольно! Нифига себе, он поливает! О, боже мой! Давай, мега-удар! Где мега-удар? А почему я не могу мега-удар использовать? Его главное не убить, да? Перезарядка долгая. О, мы его убили. Все, ваша взяла. Добейте меня, членистоногие самозванцы. Послушай, мы не пришельцы и не работаем на Neon Blade. Мы силы сопротивления. Помогите нам победить их. Я? Помочь? А зачем же вы пытались меня убить? Мы не хотели, это ты нас хотел убить. Это ты пытался нас убить? Да? Ну да, похоже на то. Ладно, раз вы не работаете на пришельцев, я с вами погнали. Прикольно, чувак, это довольно-таки смешной. Так, ну чё, правда мы здоровье не сохранили, но у нас теперь появился новый герой. Так, все, да? А теперь я им буду начинать, да, играть? Давайте-ка посмотрим, где он. А мы не до конца не собрали, ладно. Это будет последняя миссия, где мы соберем, видимо, его. Да, как раз 4 мы получим. Окей, а лучше, наверное, все-таки вот этим пока что играть. Он посильнее. Можно посмотреть. У нее 8500, да, сила. У этого 10, почти 11 тысяч. Такой мощный чувак. Ну, давайте, погнали. Приготовьтесь отбитие через 5 минут. А, я буду волны, что ли, отбивать? Надеюсь, что вы получите тех ребят, с которыми я работал в прошлый раз. Стоит только дать им оружие, и они тут же захватили город. Кому именно? Так, что такое? Босс какой-то, смотрите, нифига себе. Да вот ему, например, но не переживайте, сейчас будет капут. Но сначала мне надо мою старую лабораторию. Сейчас вернусь. Глядите, без меня веселуха не начинайте. Не начинайте без меня веселухи. Понятно. Но придется начать. О, нифига себе, какой он. Он ушел. Капут, серьезно, осторожно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Нифига себе. Получай. Так, ну мы сейчас его быстро, я думаю, завалим. Пока боссы легко проходят. Ой-ой, ну это больно. Боссы какие-то чересчур легкие. Всем капут! Такой. Мы уже убили его. О, где? Что? Кварки? Овчарки? Я что, промахнулся? Я же просил без меня веселухи не начинать. Поверьте, это было совсем не весело. Мне показалось это весело. Погоди-ка, секундочку. Капут, это оружие? Ну, конечно, коллиматорный антигилятор плазменно-уничтожающего типа. Вы что, подумали, что я просто удрал? Ну, не совсем. Ну, нам надо же попробовать над этим... Так, но нам все же надо поработать над аббревиатурами. Окей, победа. Идем дальше. Новый персонаж, доктор Зейн. Отлично, отличненько, ребятки. Так, забираем. Нам надо, наверное, легендарный ящик открыть. Посмотреть, что там такое у нас. О, уже третий акт, ребятки. У нас уже третий акт начался. Это очень здорово.
Надо прокачаться. 75% скидка нам предлагают, да? Тут все прям... Вся одежда для этого персонажа. Выгодная сделка. Прокачать своего нового героя с этим набором предметов доктор Зелень быстрее вольется в команду. Интересно, 30 минут у нас есть. 11 часов. Это что такое? А, трофеи с босса. Нифига себе, нифига себе. Скидка 60%. Шлем неоновая ярость, капут, перчатки неоновые. 800 жетонов. Блин, ну это очень дорого все постоянно покупать. Не знаю, не знаю. Давайте лучше откроем сундуки, посмотрим, что там такое. Так, раз. Два. Отлично. Закрываем. Давайте откроем легендарочку. Мститель какой-то. Отлично, отлично. Закрываем вот это все дело. Так, а тут у нас что нам предлагают? Скидка 82%, скидка 60%, скидка 75%. Так, события пока не начались. Слушай, ну я, наверное, очень много на эту деньги, на эту игрушечку денег потрачу. Я посмотрю активность, наверное, да? Как вам понравится, нет? О, 9-й уровень, да, нам дали. Ну, конечно, заменим. Новая пушечка какая-то. Автовыбор вот можно сделать. Так, тебе тоже, наверное, автовыбор. Посмотрим. Все самое лучшее. И доктор Зейн, его тоже вообще надо прокачивать по-хорошему. У него вообще ничего нету, просто ничего нету. Понятно, понятно. Доктором Зейном, наверное, мы с вами в следующей серии поиграем. А сейчас давайте, сейчас, что у нас есть там? ПВП? ПВП пока нету. Так, достигнуть 10 уровня аккаунта, чтобы построить комнату арены на корабле. Это даст доступ в ПВП режим. Понятно. О, мы уже потерялись. Завершить миссию. Так. За это нам ништяки дадут. Давайте попробуем, в принципе. В принципе, я думаю, мы готовы. Я спрятал мою сверхсекретную лабораторию в глубине этих чрезвычайно опасных джунглей. Нам остается лишь найти выход. Ты что, не помнишь, как попасть в особенную лабораторию? Ну, конечно, помню. Вход должен быть за этим деревом, наверное, или за тем. Эти деревья так похожи. Он похож из Черепашков-ниндзя на этого, на Микеланджело. Он тоже такой глуповатый был, но прикольный. Нифига себе, пушка какая! Вот это найс пушка, ребят. 5 снарядов прям летят. Отличная пушечка. Вот это очень крутая прям. Понравилось, понравилось. Так, кыш, 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 кыш. Просто легко, легковецки убиваем всех. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, стоп-стоп-стоп. Мы так не договаривались. Где там сильные? Самые мощные ребята. О, кто это такой? Новые, смотрите, существа. Похоже, пришельцы вжились в свой ДНК. Похоже, пришельцы вживили свою ДНК в ДНК местных диких животных. И теперь нам предстоит воевать с гигантскими человекоящерами, прямо как мы соседи, только гораздо меньше раздражают. Понятно. Теперь против нас ящеры вот эти игры. Слушай, они такие милахи! Они реально милые, смотри, я их не хочу убивать. Нет, пожалуйста, не надо. Это их прям очень много. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идем дальше. Пиу, 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 пиу. Нормально, давай перезаряжайся. Отлично. Пиу, 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 пиу. Ба-бам! Взорвали, найс. Нах, ты попал мне, зараза. Лови. Замечательно. Победа, Лига-ко. Лига-ко. Проходим. О, мы нового персонажа, смотрите, разблокируем. Отлично. Очень даже. 7-й уровень у меня уже. Что-то нам, что-то предлагают. Акт 3. Теперь у тебя есть доступ к режиму бункер. Там можно заработать жетоны.
с помощью которых можно повысить уровень героев. Каждые 5 уровней будут чекпоинты, за которые дают дополнительную награду. Чем ниже удастся спуститься, тем больше будет награды. Бункер появился, ребята! Ё-моё, это этажи, да? Прикольно. Прям как в Лазде этот бункер есть. Для начала исследования бункера нужно собрать команду из 3 героев. А, в принципе, у меня есть. Только у тебя надо по-любому прокачать. Давайте. Давайте прокачаем его. Смотрите, силы уже 3000. А, все, закончилось. До скольки? До 8 уровня мы, в принципе, его прокачали. Нормально, в принципе, играть можно. Все, начинаем. Команда собрана. Да, один у меня пока что слабенький, но мне хочется посмотреть на бункер. Что за бункер там нам приготовили? Так, первый этаж. Так я буду умирать, да, потом? И будем уже другим играть. Я как-то могу... Я могу как-то вот сейчас прям поменять? Нет, не могу. Поменять я не могу, ребят. Перезарядка. Смотрите, их все больше и больше. Это какой этаж? Это первый этаж пока что. Первый этаж пройден, хорошо. А что на втором делать? Второй этаж. Я пока что не погиб. Видимо, когда он будет погибать, будут другие появляться, да? Но это пока у меня самый сильный. Мы пока справляемся. Надо было, наверное, слабого начинать, да, сначала? Так, нормально. Но это как-то очень легко. Пока что легко. Но потом, наверное, будет сложнее, да? Второй этаж пройден. Третий этаж. Наверное, надо наверх подняться. Так, отсюда, наверное, проще будет, да? Они даже не достают до меня. Лови гранату. О! Вау, получай. Третий этаж пройден. Четвертый этаж. Как-то чересчур все легко. Три этажа вообще легко прошли. Добили, отлично. Четвертый этаж пройден, офигеть. Пятый этаж уже, ой, смотрите. Это уже прям сложно, наверное, будет. Наверх я не могу. О, босс! На 5-м этаже босс. Фига себе. Ассасин. Пятый этаж пройден. Слушай, когда меня уже остановят? Меня вообще когда-нибудь остановят или нет? А, смотрите, я-то не лечусь, ребят. Хилок у меня нету, я не лечусь никак. Видите, здоровье у меня такое же сохраняется. Блин, да плохо. С другой стороны, по крайней мере, бесконечно мы не будем играть, да? Когда-нибудь мы погибнем, это интереснее даже. Главное не попадаться под удары, и все будет хорошо. Пройден. Сколько я должен пройти этажей? На каждом, наверное, 5-м этаже будет босс. Босс самый сложный. Перезарядка, перезарядка. Ну, вот эту мелочь можно так убивать, я думаю, да? У меня еще оружие хорошее, видите, мне повезло с оружием. Так бы, я думаю, было сложнее. Пройден. 8-й этаж. Гранату ловите. У меня еще даже больше 50% здоровья. Ой, плохо все. Выкрутился, выкрутился. Молодец. Из-за перезарядки, конечно, тяжело бывает. Нужно быстро уметь перезаряжаться. Пройдено. 9-й этаж.
Мне интересно, 10-й этаж. Там, наверное, будет сложно. Ну, девушка, я думаю, быстро погибнет. И доктор, потому что они не прокачаны у меня. У меня вот этот самый прокачанный боец, поэтому ему проще всего. Нормально. Отлично. Проваливайте. О, смотрите, какой уже сильный. Но он мне ни разу не попал. Так было мощно. 10-й этаж. Мне уже самому интересно, чем это закончится. Сейчас босс, наверное, будет, да? Раз 10-й этаж, я думаю. Да, босс, конечно. Бам. Ой, больно, ой, больно. Перезарядка, перезарядка долгая. Бам. Пройдено. 11-й этаж, ребят. Но мне уже просто тупо интересно, до какого этажа я дойду. А на 15-м этаже мы даже босса не видели, да? Это будет какой-то новый босс для нас. Потому что мы только на 3-м акте. Если мы вообще дойдем, тут уже жестко начинается, да? Тут жестко. Мы в низине стоим. Это не очень хорошая позиция в низине стоять. У меня уже меньше 50 хп, ребят. Но я долго держался. Держусь, точнее, долго. У них очень мощные атаки, да? О, какие-то комары. Я комаров не видел, ребят. Комары для меня это что-то новенькое. Понятно. Опасные твари. Само оружие у меня кайфовое. Я не знаю, я много заработаю трофеев отсюда унесу или нет. Ой-ой-ой, гранату лови. Сразу 4 комара. Перезарядка. До конца. 13-й этаж. Ух ты ж, ё-моё. Тут еще лазеры какие-то, я не могу выйти за них, потому что это очень опасно. Так, ладно, вроде держусь. Собачки. Пройден. Ну это очень... Смотрите, какие. Тут уже прям ловушки. Мы просто вниз не будем падать, да? Будем наверху, наверное, сейчас стоять. И отбиваться. Так, главное не попадаться. Ой-ой, ой-ой. Да провалить... Да нафиг идите вы! Нифига себе, я попал, ребят. Но это очень сложно. Сложно вообще прям. Дальше я не дойду, наверное. Все, тут босс будет, ребята. Мы даже босса-то не видели этого. Где босс-то? Вот он, босс. Это ассасин, ну какой-то другой, смотрите. Давай, перезаряжайся, боже мой. Бам. Пройден. Найс. Да сколько тут будет, интересно. У меня уже здоровья вообще мало осталось. А я потом могу с определенного этажа начать или как? Или заново надо будет проходить, наверное, да? Или мне дадут выбор? Новый какой-то, смотрите. Я таких не видел. 17-й этаж. Да боже мой, когда это прекратится, это безумие. Мне нужна перезарядка. Я специально заранее разрядил, чтобы перезарядиться можно было. А заранее, я так понимаю, нельзя, да, перезаряжаться? Тут такой нет кнопки. То есть ты либо все выпускаешь. Перезарядка.
идеально. Мне уже интересно, какая там награда будет. Мы уже очень много прошли, да? Мне должны много легендарчик, блин, дать. Я погиб! Теперь следующее. Понятно. То есть мы продолжаем. У меня защита на какое-то время есть. Блин, ну это не такая мощная, она не такая крутая. Какой-то отражатель. А вы когда-нибудь умрете уже, нет? Давай, перезаряжай. Пройден. Я, ребят, чувствую, она долго не протянет. Мы не до 20 уровня не дойдем. Девушка не совсем прокачана. Какая-то бочка, смотрите. Из бочки что-то... А, комары вылетают из бочки. Я так понимаю. Да, она рождает комаров. Не, ну доктор-то точно не справится, он совсем у меня слабенький. Держись. Так, ребята, держимся, немножко осталось. А, нет, еще не все. С двух сторон, просто с двух сторон атакует. Я еще живу, нифига себе. Перезарядка. Ну, давай. Да, пройден. 20 уровень, тут будет босс. Я думаю, тут-то мы и погибнем. Вот он. Смотри, какой краб, нифига себе. Боже мой. Вы посмотрите на это. Где он? Он с другой стороны появился. Все, он меня убил. Последний остался, да? Давай, я буду продолжать, да? Да, я продолжаю за нее играть. А, у него пулемет такой. Как? С одного удара, меня просто с одного удара убили. А, награда 1410 и 755 жетонов. Слушай, ну неплохо, да, жетоны, по идее, нужны. Это очень сильно. А, так, получить награду. Посмотрите это видео, чтобы получить дополнительную награду. Давайте попробуем. Так, это в два раза больше, да, нам дали. А, points. А, checkpoints. Каждого босса пройденного нам дают checkpoints. Это прикольно. То есть, смотрите, мы отсюда, да, начали спускаться в бункер. До 15 мы дошли, и тут checkpoint. А, я могу на каждом забрать еще. Давайте заберем награду на каждом. Смотрите, нам дали три собачки. Осколок Джека. Отлично. Что у нас здесь? Еще осколок Джека. Нифига себе. Это сколько уже будет? И еще осколок Джека. Офигенно, офигенно. Я не победил. Не победил, так бы нам дали еще ништяки. Слушай, смотрите, сколько тут вообще боссов будет? Офигеть. То есть мы будем все ниже и ниже спускаться, да? Слушай, ну я думаю, у нас хорошие шансы, мы с вами обязательно поспускаемся в отдельной серии в бункер. Под конец, как бы, подытожить, наверное. Так. Блин. Блин! Никто ничего не видел, да? Я не думал, что он такой дорогой. Ну, офигеть. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Можем открыть ящики. Давайте посмотрим, что там такое. Так, перчатки. Отлично. О, рюкзак какой-то мощный. И перчатки. Найс. Это все можем надеть, да? Идем к персонажу. И, допустим, автовыбор, да? Автовыбор. Нам дали более хорошие перчатки. Допустим, идем сюда. Автовыбор.
Так, тут нет автовыбора. Тут у него вообще тоже ничего нету. Мы, кстати, можем его прокачать сейчас уже до десяточки, да, по-любому. Докачаем уже нормально нашего героя. И, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Будет обязательно больше серий. А, трофей с босса. Блин, я не знаю, надо нам или нет. 5 минут закончится. Также можем купить, надо подкачаться, набор вот этому. Кстати, а мы же рюкзак выиграли ему. Да, выбрали, а почему он не надел его? Так, ну вот. Он дает нам атаку, дает, нифига себе. Рюкзак тяжелого пехотинца, атака 0,5% к атаке и плюс 138. Наденем уровень. А, уровня не хватает, нужен 12 уровень, понятно. У меня пока что нет такого уровня. В общем, спасибо, ребятки, за внимание, за лайки, за комментарии. Всем пока, увидимся в новой серии.